15 июня. Изменения. Когда мы познакомились, мой супруг уже употреблял наркотики. Но ситуация стала меняться к худшему, как только мы поженились. Мы никуда не ездили, сидели дома, но все наши деньги уходили на наркотики. Отношения быстро испортились. Я всегда чувствовала себя неправой, даже если разумные аргументы были на моей стороне. Я считала себя ответственной за все плохое, что происходило. Чувство собственного достоинства исчезло. Я изменилась до неузнаваемости. Во всем себя ограничивала, прекратила общаться с друзьями, выходить из дома и заботиться о себе. Мой супруг тоже изменился, он оскорблял меня и стал даже применять физическую силу. Однажды вечером, редкий случай, мы решили пойти к друзьям. По пути стали спорить, и внезапно муж дал мне пощечину. Когда мы пришли на вечеринку, я изо всех сил старалась спрятать распухшую губу. Я до сих пор помню, какой стыд и унижение я испытала тогда, и как глупо себя чувствовала, пытаясь оправдываться. Употребление мужем наркотиков и насилие с его стороны продолжали возрастать. В итоге я набралась мужества и попросила его уйти. В тот же вечер мне позвонили из клиники. Зависимый решил пройти курс реабилитации. Наши отношения постепенно стали налаживаться. Супруг оставался чистым несколько лет и посещал собрания анонимных наркоманов. Я начала ходить на собрания групп Наранона и сейчас работаю по своей собственной программе. Группы Наранона – это мое безопасное убежище. Здесь мне уютно, здесь мне рады. Без групп у меня не было бы мужества меняться, развиваться и работать над своими проблемами. Я переместила внимание с наших отношений на себя саму, прекратила исполнять роль жертвы, познакомилась на собраниях с потрясающими людьми. Я больше не в изоляции. Когда у меня плохое настроение, я протягиваю руку и звоню кому-нибудь, если у меня есть потребность. Я чувствую себя комфортно с членами Наранона, так как знаю, они поймут и не осудят меня. Я так сильно изменилась. Это был долгий, эмоционально сложный, а иногда и драматичный процесс. Размышления на сегодня. Я меняюсь, учусь принимать и любить себя. Это было не так уж легко. Я знаю, мне необходимо позаботиться о себе, прежде чем я смогу снова вступать в какие-либо отношения. Цитата. Вы сами, так же как и любой другой человек во Вселенной, заслуживаете своей любви и расположения. Будда.